Следующий опыт не стоит повторять в домашних условиях. Не все папы могут обрадоваться такому подарку. Но вот команда инженеров и дизайнеров автокомпании Land Rover не испугалась и позволила своим детям полностью разрисовать новый внедорожник из серии Discovery. Но для чего это было сделано? Детские рисунки, покрывающие весь автомобиль, это камуфляж, который маскирует внешний вид машины до ее официальной премьеры. Кроме того, новая модель внедорожника позиционируется создателями как семейный автомобиль. Так что присутствие в творческой команде маленьких художников от 5 до 9 лет не случайно. Полноценный показ новинки состоится уже скоро, в конце сентября, на автосалоне в Париже. Но пока технические характеристики новой модели держат в строжайшем секрете.